На острове отдыха в Красноярске стартовал зимний сезон. На стадионе «Юность» торжественно открыли каток. На новое место ледовая площадка приехала в связи с реконструкцией центрального стадиона. В первый же день работы катка на него съехались красноярцы самых разных возрастов. Они могли просто покататься в свое удовольствие или же принять участие в спортивных эстафетах и различных конкурсах на льду. Гостей ждут на зимние забавы в будни с 4 дня до 10 вечера, в выходные с полудня до 22 часов. Входной билет для взрослых стоит 100 рублей, для детей до 14 лет – 50, а малыши в возрасте до 7 лет могут посещать каток бесплатно. Открытию нового места отдыха радуются и взрослые, и дети. Каток хороший, коньки хорошие. Побольше бы еще народа, чтобы интереснее было. Также конкурсы здесь проводятся, призы хорошие, так что, мне кажется, хорошо сегодня день пройдет.